Алло. Во, другой разговор вообще. О. Я говорю, в отпуск от вас вообще никого не пускают, кто рядом там с Почему? тобой. Там вроде по одному Сейчас. человеку вроде бы, да? Ходят, да? Отпускают? Да, за деньги. Ничего себе. А, только за деньги. Ну, тут некоторые пошли за деньги. Если по одному человеку будут отпускать, у нас последний человек пойдет, это через 1,5 года. А за деньги это сколько? Дорого очень. Сколько? Я не буду по телефону говорить. 100 000. Наверное. Короче, Ли, не задавай такие вопросы, все, я тебе сказал. Посмотрим, не знаю. Ну, будем надеяться, дадут, дадут, не дадут, то дальше будем помирать нахуй, да ебать, кто Ну вот морзец. сегодня он сказал, в силу оно вступит, наверное, может быть, через неделю. Это вот, что он сказал. А там уже будет дальше известно, да. Будем ждать А для нас зеленки. самое главное, чтобы у тебя было хорошо. Зеленки будем ждать, а там будет думать. Я не знаю, когда они нахуй закончат ее, ебать. Они либо переговорами будут заканчивать, они либо нахуй. Натуре ядерным оружием, нахуй. А там хуй его знает. Ну, есть ядерное оружие, представляешь, если они даже весь, весь где-то там ударят, там, блядь, в радиусе, нахуй, да тут нахуй все смоет просто. До самого нахуй Там балкона. смоет и до нас может еще Да, дойти. достать. Ну, до вас навряд ли достать, а вот тут нахуй достанет у нас. Еще, блядь, до нас не знает, куда уйдет. Ну, тоже штрафная Ну, земля. хоть, чтобы этого не было. Не надо такого, да. Тут людям спокойно живется, ну. Деньги отмывают нахуй большое весе. Бабло. Все это бабло отмывает. Все тут отмывает деньгами вообще все. Бешеные бабки тут в натуре мутятся. Да и Путин тоже бабосики отмывает. Да все не мутят ему, господи. Я не знаю, зачем Видели, вообще думаю, сюда как полез, же. блядь. Поездили, не может ума отдать, нахуй, сюда полез. Сколько, блядь, поселков он стоят, нахуй, заброшенные. Никому не нужные, блядь. Это нам, простым гражданам, в принципе, не понять.